И снова здорово. Начинаем очередное путешествие из города Сиэтл в город Сакраменто, Калифорния. Проедем три штата, то есть это оставшаяся часть штата Вашингтон, штат Орегон, ну и небольшой кусочек Северной Калифорнии. Путешествие обещает опять сумасшедшие виды, прекрасную природу. Вот, поэтому мы едем, кстати, пустые. Никакого груза забирать не будем, ничего сдавать не будем. Вот. Так что есть у нас где-то. Ну, я планирую пару дней на это дело отпустить. Что-то там в районе 750 миль. Просто хочется проехать по красивым местам. А если ночью будет, ну, уже будет темнеть, то мы, конечно, остановимся отдохнуть. Вот. Так что поехали, посмотрим на эти прекрасные места. Вперед! Большая у нас остановочка на Flying J, на заправочку чуть-чуть отдохнуть. Вот. Блин, конечно, вообще пробки страшные в Портленде и в окрестностях. Наверное, часа полтора мы потеряли. Очень долго, очень медленно ехали. Я не знаю, авария там или что. Но, в принципе, я так понимаю, что пробки довольно-таки серьезные в районах Сиэтла и Портленда. То есть здесь это действительно проблема. Я вспоминаю даже, вот как мы в Сан-Франциско толкались, приблизительно та же самая ситуация и здесь. Мы, конечно, вообще нифига это не радует. Вот, ну, вроде сейчас уже вырвались, вот, так что едем дальше.
что, как вы видите, уже стемнело. Вот, мы останавливаемся переночевать до границы с Калифорнией, порядка 40 миль где-то. Вот, поэтому на сегодня все, продолжим завтра. Остановились мы на Pilot Travel Center. Вот. Так что на сегодня спокойной ночи. Увидимся завтра с утром. Но для вас это все буквально за секунду пройдет. Так что до встречи. Так, ну все, мы готовы продолжать свое путешествие. Проснулись, сходили в душ, постирали свои вещи. Вот. В хорошем расположении духа, осталось 4,5 часа где-то ехать. Вот сейчас уже практически скоро въезжаем в Калифорнию. Все, в путь. До озера Тахо реально буквально минут 15 остается, мы уже стоим на вершине. Колоссальные ущелья сзади, просто все космические какие-то пейзажи. Я правда, трудно слова подобрать, я эти такие места, блин, для меня это очень круто, я безумно люблю такие виды. У меня реально восторг такой щенячий. Вот, остановились на дороге. Вон он уже, озеро Тахо виднеется, голубая вода, вот такая вот дорожка горная. Блин, потрясающе. Ну что, погнали? С разбегу. Нормально? Ой, ну да. Холодно? Холодно, нет, с разбегу не знаю, не уходит. Нет, так... Озеро Тахо, ребята, посмотрите, какая красота. Это офигенно. Вот Славик там плавает. Морж. Так, надо на дне посмотреть, что там. Блин, вот здесь вот. И вода, вот я и пить можно, но. У меня тапочки на изогар, короче, видно. Да, у меня такое ощущение, что реально эту воду пить, блин, можно такая. Блин, вообще настолько прозрачная, что просто шок. Ну, сейчас успокоится, вон ноги видно.
Мы находимся на высоте около 2 километров в горах. И вот здесь вот находится вот это вот огромное озеро с кристально чистой водой. Ну вот видно, да, насколько она прозрачная. Вот, мы провели здесь целый день. Мы встретились со Славой. И вместе с его семьей, я, Танюшка, провели его здесь, на берегу этого озера, на этом пляже. Вот. Ну просто здесь было настолько классно, что я даже не... Я забыл вообще про камеру, короче говоря. Вот, мне снимать там не очень сильно хотелось. И вот уже здесь в конце я решил сказать эти пару слов.